Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать, как я прикрепила поилку, вот такую вот ниппельную. Пока они еще не знают, что это такое, но они вот из этих чашечек пьют, а пока вот еще не клюют. Вот они как пьют. Там капает. Ой! Ну ты звезда! Ну ты звезда! Вот, с интересом, конечно, они к этим поилкам. У меня была поилка, это чашечка такая специальная, на нее банка надевается сверху. Ой, да, потягивает. Мы только что пришли с прогулки, и вот они у меня уже спать хотят. Да. Куда ты смотришь? Поилку я вывела через кормушку. Вот. Вот так вот. Через лоточек, через этот вот. Вот у меня такой 5-литровый бак с водой. Налила я немного. Сначала у меня не потекла вода. Я думала, как же вода-то будет течь. Потом немножко немножко физику применила, немножечко воздуха туда в эту бутылку задула, и потом там как потекло. Вот. И все. Теперь ниппельная поилка работает. Копают. Вот они что делают? Вот. Вышвыривают корм. Прям вот в эту кормушку залазят. Вот. И вышвыривают весь этот корм. И весь этот корм вот сюда падает. Немного вот не продумано. Либо птички такие неопытные. Да. Ой. Ну-ка, черненький. Ну-ка. Давай-ка. Попробуй. Ой, ну тебе ж прям как хочется выгнуться. Да? Поздороваться, наверное. Да? Кто-то спать ложится. Время-то. Сегодня у нас прохладно. Мы вышли гулять рано. И зашли, соответственно, рано. А птахи уже думают, что мы погуляли. И пора нам спать. Вот что делают, а? Там сидят. Попробовала я вот такую кормушку поставить. Но она такая громоздкая. Не знаю, я убрала. И они тоже голову туда просовывают. И это... Вот так вот. Раз. И опрокинули. Бортики неровные у этого брудера. Сейчас покажу. Он какой-то немножко неудачный брудер. Так, если сейчас будет видно, вот видите, там ступенька. И поддон, он не весь. Поддон, он не весь. Вот. В решетке. Так, надо закрывать, а то они у меня подумают, что мы сейчас с ними гулять соберемся. Нет, все. Мы с вами уже все нагулялись. Да, все. Ну вот, вроде бы поилку. Пьют. Да. Пейте. Я вам банку не буду сегодня ставить. Посмотрим, как вы будете с поилкой. Там присверлила два шурупа. И повесила ее. Ну, не сложно. Оказалось, о, клюет. Ну-ка. И этот вроде клюет. Может, конечно, повыше надо было чуть-чуть еще приделать, я посмотрю. Хотя они и так вот в банка стояла. Она вообще на полу стояла у них. Ну ладно, не буду их отвлекать. Вот что делает? Вышвыривает. Эй! Не вышвыривайте! Такие смотрят, типа, мол, ты что мешаешь нам?
Да. Я вот тебя сейчас вот с той стороны. Не хулигань. Корма-то надо целую эту насыпать. Как показать-то? Вот эту целую надо насыпать. Но из-за того, то, что они разбрасывают, вот видите, шланг у меня здесь выведен. Из-за того, что они расшвыривают, я целую не насыпаю. Я целую им насыплю, они мне все высыплют. Ну вот, в общем, вот так вот весело у них проходит время подрастания. Опа! Чё-то кто-то там, да, то-то, чё-то-то, да. Ой, любопытные, любопытные. Особенно, когда начинаешь заходить в комнату, они услышат голос и начинают. О, спать опять. Вот. Видите, спать опять. Ложатся. Сейчас я вам выключу свет и будете ложиться. Мне просто хочется понаблюдать, как вы за этой поилкой справитесь вы. Поймете? Да. Да. Ой, какой пингвиненочек. Пингвиненочек. Ну ладно, можно и в принципе. Вот что делает. Лапами опять, а? Расшвыривает корм. Вот так у них постоянно. Хулиганит. Ну ладно. Ложитесь, давайте, отдыхайте. Они, наверное, скажут, да уйдешь ты или нет, спать хотим, как не знаю кто. Вот, все, засыпай. Вон там. Там беленький засыпать хочет. Вот и тут уже тоже готовится. Вот уже тоже готовится. Все, спать готовится. Ну все, теперь моя душа спокойна. Поилка у них есть. Не надо менять ее через каждые 3 часа. Это вообще отлично. Это отлично, я довольна. Еще одна автоминизация. Только лишь бы они вот это все выпивали, чтобы это не текло вниз. Ну ладно, за этим я еще буду понаблюдаю. Вот он, перепеленок, да? Да? Перепелёнок-то. Вот ниппель вот этот вот больше всех почему-то наливается. Не знаю почему. Ой, фокус у нас пропал. Вот этот вот ниппель. Второй. Вот откуда сейчас птичка пьет. Вот он почему-то переполняется. Быстро капает. Быстрее, чем все остальные. Ну, вот такая вот конструкция. 800 рублей стоила. Вот с такими двумя. Там есть, конечно, и больше. Там на 4, по-моему, 1500. О, свет что-то мигнул. Ну, все, спать. Давайте, ложите. Вот они. Вот они, спать ложатся. Все. Ну, все. Всем пока-пока.